Осудили организатора поджога квартиры, в которой находились дети и пенсионерка. К ответственности привлекли и соучастников преступления. Всего на скамье подсудимых оказались четверо южноуральцев. Напомним, компания парней в апреле прошлого года закинули коктейль Молотова в окно квартиры на первом этаже дома по улице Образцова. Внутри были двое детей, их мама и бабушка. Несовершеннолетние получили ожоги и были доставлены в больницу. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей. В Следственном комитете считают, что поводом для покушения на семью стали финансовые претензии двух коммерсантов друг к другу. Якобы женщина задолжала подозреваемому в организации поджога 500 000 рублей. И вот суд Центрального района признал 43-летнего мужчину виновным и отправил за решетку на 8 лет. Его соучастники, которые исполняли заказ, получили условное наказание в 2 года.